Вулверхэмптон предложил Барси Невеша и 30 миллионов евро за Фати. Вест Хэм хочет за Райса 100 миллионов фунтов. Арсенал намерен его подписать. Рафинья думает об уходе из Барселоны, опасаясь, что из-за Месси будет играть меньше. Страж ворот миланского Интера Андре Онана имеет вариант продолжения карьеры в английской премьер-лиге. Интерес к голкиперу возобновил лондонский Челси. Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением. Барса с ним не общалась. Реал Мадрид с Анчелотти выиграл 6 трофеев за 475 дней. Быстрее всего в истории клуба. Реал Мадрид четвертый в топ-лигах Европы клуб, бравший кубок страны 20 и более раз. Карим Бензема стал обладателем Кубка Испании. 35-летний нападающий стал рекордсменом Реала по числу трофеев, сравнявшись с Марсело. Ни при одном президенте Реала не завоевал больше трофеев, чем при Флорентино Пересе. При нем мадридцы выиграли 32 соревнования. Реал Мадрид стал обладателем сотого трофея в истории. Также в этом сезоне Реал сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов. Новым спортивным директором Ливерпуля, вероятно, станет экс-сотрудник Вольфсбурга. Йорг Шматке, покинувший немецкий клуб в конце января, неожиданно стал фаворитом в борьбе за должность. Винисиус не пошел на рукопожатие с судьями перед финалом Кубка Испании. ПСЖ хочет сохранить Месси. Клуб сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта. Верратти рассматривает уход из ПСЖ, несмотря на продление контракта. Хавбеком интересуются саудовские клубы и Интер Майами. Беллингем ради Реала отказался от предложения Манчестер Сити на 15 миллионов евро. Ивуарийский полузащитник Франк Кисье покинет Барселону и продолжит карьеру в лондонском Тоттенхэме. Сине-гранатовые приняли предложение шпор в размере 25 миллионов евро. Один из лидеров Наполи, Хвича Кваратскхелия, близок к продлению нового трудового договора с неаполитанским клубом. Нынешнее соглашение полузащитника рассчитано до 2027-го. Барселона, скорее всего, подпишет вингера Атлетика Яника Карраско, сообщает газета АС. Бельгийц может перейти на Камп Ноу всего за 10 миллионов евро. Главный тренер Арсенала Микель Артета получил серьезную поддержку от боссов клуба. Испанский специалист получит около 170 миллионов евро на трансферы. Ньюкасл заинтересован в подписании полузащитника Лейпцига Доминика Сабаслаи и хавбека Амаду Хайдара, сообщает Sky Germany. ПСЖ мечтал назначить Зидана. Недавно были переговоры с Мауриньо и Нагельсманом. Футболисты и тренеры красно-белых не станут организовывать чемпионский коридор для коллег из питерской команды в случае их победы. Артем Дюба – автор Винлайн лучшего гола апреля в российской премьер-лиге. Английский форвард Мейсон Гринвуд, правами на которого владеет Манчестер Юнайтед, может сменить английскую премьер-лигу на итальянскую серию А. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun. Ювентус хочет воспользоваться неопределенностью будущего игрока в стане Красных Дьяволов и попытаться арендовать Мейсона грядущим летом. Гринвуд связан контрактными обязательствами с Манчестер Юнайтед до 2025-го. Он отстранен от команды из-за обвинений в домашнем насилии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии 21-летний нападающий провел 18 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами. Сенегальский вратарь Эдуар Менди, правами на которого владеет лондонский Челси, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает портал Goal.
Как стало известно журналистам, в услугах африканского голкипера заинтересована мюнхенская Бавария. Немецкий топ-клуб готов сделать предложение по контракту Менди грядущим летом. Эдуард защищает цвета Челси с сентября 2020-го. Трудовое соглашение 21-летнего игрока с лондонцами рассчитано до 2025-го. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро. В текущем сезоне английской премьер-лиги Менди провел 9 матчей, в которых пропустил 12 мячей. По данным Diario Sport, Вулверхэмптон предложил Барсе хавбека Рубена Невеша и 30 миллионов евро за вингера Ансу Фати. Каталонцы согласны пойти на такой обмен, который может состояться до 30 июня. Барса ждет, когда 20-летний футболист определится со своим будущим, но пока Ансу не хочет уходить из клуба. Агент Фати Жорже Мендеш долгое время работал над поиском выгодного предложения для Барсы. Он хотел устроить клиента в топ-клуб английской премьер-лиги, но его контакты с Манчестер Юнайтед, Ливерпулем, Ньюкаслом, Челси и Арсеналом ни к чему не привели. Тогда он предложил вариант с Вулверхэмптоном, с которым уже давно тесно сотрудничает. Фактически уход Ансу может принести Барсе около 70 миллионов евро, 30 – компенсация, 40 миллионов – оценка Рубена Невеша. Вест Хэм назвал цену за Деклана Райса. Лондонцы не хотят продавать полузащитника сборной Англии, несмотря на стойкий интерес к нему со стороны топ-клубов английской премьер-лиги. Однако в клубе осознают, что летом наступит ключевой момент. До окончания срока контракта у футболиста останется год, также есть опция продления соглашения еще на год. Ранее сообщалось, что Райс хотел бы сменить команду. По данным ESPN, Вест Хэм будет требовать за Райса 100 миллионов фунтов. Арсенал хочет подписать Райса летом, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Ливерпуль также следят за развитием событий. Рафинья рассматривает возможность ухода из Барселоны ближайшим летом. По сведениям Diario Sport, вингер считает, что Усман Дембеле будет основным игроком на его позиции, а с возможным подписанием форварда Лионеля Месси общее игровое время бразильца сократится еще сильнее. Рафинья переживает, что сможет также потерять место в составе сборной Бразилии, если не будет иметь регулярной практики на клубном уровне. Сейчас у Деку его агента есть 3 предложения – от Челси, Арсенала и Ньюкасла. Все эти клубы готовы платить игроку больше, чем Барса, который начисляет ему 12 миллионов евро. Барселона готова продать Рафинью только в том случае, если ей предложат от 70 до 80 миллионов евро. Барселона хочет вновь попросить двух игроков основы о снижении зарплаты. Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует провести переговоры с вратарем Марком Андре Тер Стегеном и полузащитником Фрэнки Де Йонгом. Их попросят о снижении зарплат в обмен на продление действующих контрактов. Соглашение Тер Стегена с Барсой рассчитано до июня 2025, а Де Йонга до 2026. Если они примут предложение клуба, то их контракты продлят еще на 2-3 года. В таком случае их ежегодная зарплата будет ниже, чем сейчас, но за счет более длительного срока соглашения они получат больше денег. Руководство клуба уже контактировало с игроками по этому вопросу, но к решительным действиям оно приведет после того, как Барса гарантирует себе победу в Ла Лиге. Провести переговоры о снижении зарплат могут не только с Тер Стегеном и Де Йонгом, но и с Усманом Дембеле, с которым Барсе предстоит договориться о продлении контракта, рассчитанного до июня 2024. На такой шаг Барселона идет, чтобы вписаться в требования финансового фэрплей, предъявляемые Ла Лигой. В клубе знают, для того, чтобы иметь возможность подписать новых игроков летом, необходимо снизить расходы на 200 миллионов евро. Барса уже начала работать в этом направлении, закрыв клубное телевидение Барса ТВ. Кроме того, каталонцы собираются выручить деньги с продаж некоторых игроков. Отметим, что Тер Стеген и Де Йонг уже снижали зарплаты по просьбе Барселоны во время пандемии коронавируса. После этого Бартомео, который тогда был президентом клуба, продлил контракты с игроками на более выгодных условиях. В прошлом сезоне Барса пыталась договориться о снижении зарплат Серджи Бускетсом и Жераром Пике.
Тогда полузащитник отклонил предложение клуба, так как не был уверен, что останется в Барсе еще на сезон. Бускетс хотел точно знать, что получит всю полагающуюся ему зарплату. Пике же сначала отказался снижать зарплату, а потом неожиданно завершил карьеру в ноябре 2022. Это позволило Барсе значительно сэкономить на его зарплате, его контракт действовал еще полгода. Сейчас же в Барсе обдумывают все возможные варианты, которые позволят вписаться в финансовый фэрплей Ла Лиги. А Тер Стегенс с Де Йонгом играют очень важную роль в планах клуба.